Чаба, что ты задумал? Что за роскошь на нашем столе? Сегодня у нас будет супер современный здоровый завтрак. Суперфуд? Да, конечно. Вот чиа, суперфуд. И вот голубика, банан. Мы сделаем сегодня два вида смузи, а ты сделаешь чиа. Хорошо. Да? Что покупал и где? Смотрим. Сегодня у нас будет здоровый завтрак, потому что будем готовить чиа-пудинг и будем готовить смузи. И для смузи я возьму просто обычное молоко. И если здоровый завтрак, у нас гранола никогда не помешает. Вместо сахара будем пользоваться мед. Для нашего супер здорового завтрака возьмем на данный момент самый известный суперфуд – семена чиа. Все мы знаем, что семена чиа очень хорошо сочетаются с йогуртом на завтрак. Но поверьте, ребята, вот открою секрет, с ряженкой гораздо круче. Ягоды для смузи купили, осталось купить банан, потому что будет банано-ягодный смузи. Для этого завтрака все купили. Идемте домой и будем готовить суперсовременный здоровый завтрак. Для приготовления чиа-пудинга из ряженки и чернично-бананового смузи понадобится ряженка 250 грамм, семена чиа 60 грамм, мед 50 грамм, хлопья кукурузные, черника замороженная 150 грамм, малина замороженная 150 грамм, банан 2 штуки, молоко 500 грамм, мороженое пломбир 100 грамм, мята пару веточек. Так, ну что, Чавок, Сладик, скажи, пожалуйста, почему у нас 4 банана, но они все не вязкие, а по одному? Я просто их спасал. Видишь, они уже портятся. И хотел спасать их. И понимаешь? Ты правильно делал. И да, и я взял, но это шутка, потому что реально вот банан, вот когда он такой, он самый вкусный и самый больше у них витаминов. 100%. Может, это и шутка, но спасать одинокие бананы стоит. Потому что если человек или банан становится одиноким, он вот похож на вот это. Ну, так мы можем ему пару дать, и он уже не одинокий, смотри. Хорошо, да. Можно вот так. Что с бананами стоит сделать? Давай сразу. Ну, смотри, во-первых, это мы с Костиком будем делать, а ты будешь делать, смотри, чиа. Я вижу, семена чиа. Я займусь, смотри. Это что такое? Просто, чтобы я не скучала. Смотри, да, мы будем делать сегодня семена чиа, но на ряженке. На украинской ряженке это будет очень круто. Тебе сюда, Костик, нужно один банан. Так, пожалуйста. Только не ешь его, пожалуйста. Мы купили замороженную голубику. Класс. Мы сделаем два вида смузи. А мне уже что с чиа делать? Или еще чиа? Тебе надо вот сюда, смотри, перелить. Господи. Потому что чиа очень быстро липнется, понял? Вот смотри, тебе вот столько, мне кажется, хватит. А, то есть надо чиа засыпать в жидкость? Чиа, а засыпаем и размешивай, вот как будто манку. Костик, тебе сюда точно надо будет залить молоко. И мое любимое мороженое из детства. Пол мороженого пломбира. Чаба, как я должна понять, что уже все? Еще чуть-чуть. Вот сейчас все. Мне просто показалось, что в какой-то момент я приуныл и решил поднять себе настроение. Давай. Сверху. Это все готово? Закладываем хлопья. Можно гранолу. Слушай, а если это сделать все на кокосовом еще? О, огонь. Слушай, ну прям, ого. Супер. Ого, ага. Ну, конечно. Ты же хочешь завтракать, правильно? С одной стороны посыпем хлопьями. И немного меда. Вот есть? Так, да. Ну что, я, наверное, буду украшать, правильно? Украшать? Это я бы тогда твой? Вот здесь этот оазис и создавал. Вот там. Малину можем мы добавить. Смотри, я специально отобрал вот такие красивые ягодки. Это потому что очень красивое сочетание цветов. Да. Чтоб ты понимал. И давай вот накидаем вот такие красивые малинки, да? Да. У Константина завтрак уже готов, но я хочу, потому что мой любимый, конечно, и сочетается малина-банан. Клубника-банан и малина-банан. Вот мне кажется, что это самый идеальный вариант. Позволь, брат, я сделаю для тебя вкусный. Пожалуйста. Спасибо. Ух, так распределил. А я, значит, буду просто чиа есть.
Тебе мы тоже сделаем смузи? Не-не-не, ну просто вот хочу понять, ты изначально так это видел? Ну да, по идее супер, да. Супер, все, я просто... Смотри, видишь, как он загустел? В принципе, с чиа очень полезно завтракать, и с ним не надо возиться. Ты можешь даже вечером его залить, поставить в холодильник, угу. И утром проснулся, и уже ешь. Я бы тебе вкинул туда еще мятки немножко. Хорошо. Ну, мороженое можно? Мороженое нужно. Чаба, ты мне мед сюда добавлял? Нет. Сейчас добавим. Все, нужно самой делать. Никто не позаботится. Мороженое. И молочка тебе заливаем. Давай. Немного надо посолить. Конечно. Потому что сладкое всегда работает с солью. Низ посыпем хлопья. Или что есть дома. Смотри. О, уже азмек. Нарывайся, я знаю. Азмеки, штепекенгенгурагун. Сверху хлопья, чтобы мы видели, из чего это делалось. И давайте посыпем чиа. Вот рядочек такой, смотри. Сегодня без... Не долго без... буду мешать вот это. О, мешай, ты до сих пор... Я про нее забыл, если честно. Слышишь, это уже готово, Настя. Ну что, всем приятного аппетита. У нас есть. Не-не-не. У нас есть. Вот. Все украшения достались мне, хорошо? Да, все украшения так. Достались тебе. Ну, смотри, какая красота у нас уже. И смотри, и сюда, давай тоже чуть-чуть рядочек сделаем. А ну, ребята. Ну, не знаю, не знаю. Мне хватает там вашего чиа. Вполне. С женщиной очень тяжело договариваться. Давай мне мяту. Иди ты. Он не может мне, я не верю, что он что-то хорошее мне предложит. Все? Да. Ты готов? Мороженое швырнуть. Не надо. Смотрите, ребята. Наш суперсовременный снеданок готов. Пожалуйста. Красота. Сейчас будем завтракать. Рецепт чиа-пудинга из ряженки и чернично-бананового смузи. Для чиа-пудинга налейте в миску ряженку. Медленно и постоянно перемешивая венчиком, добавьте семена чиа, соль и мед. Пусть настаивается 10 минут. В тарелку насыпьте кукурузные хлопья или гранолу, залейте чиа-пудингом. Сверху посыпьте кукурузными хлопьями, украсьте малиной и листиками мяты. Для смузи. В блендер загрузите замороженные ягоды, банан, молоко и мороженое. Хорошо взбейте. Готовый смузи налейте в тарелку, посыпьте кукурузными хлопьями, добавьте мед. Украсьте ягодами, листиками мяты, посыпьте семенами чиа. Вот, Настя, твой завтрак. Банановый малиновый смузи. Вот. Спасибо. У Константина голубичный банановый смузи. Познакомься. Приятного аппетита. Угу, класс. Я это съем. Хорошо. Ой, как вкусно. Тлет какой-то. Идеально, да? Скажи. Прекрасно. Всем приятного аппетита. И, пожалуйста, попробуйте. Это очень вкусно.